Всем привет! Давайте сегодня будем рисовать что-то из спорта. Например, футбольный мяч. Его рисовать легко. Нарисуем вот тут такой круг. И внутри нарисуем такие ромбики черные. Не ромбики, а пятиугольники, в общем-то. Давайте нарисуем сначала круг вот так вот карандашом. Такую можно побольше. Вот такой у меня мячик получился. Похожий на колобка. И просто на вал, или даже на тыкву, или арбуз. Так, давайте вот здесь так сделаем такую штуку. Здесь еще какую-нибудь вот такую. Как будто вот у нас эти пятиугольники здесь выглядывают. А посередине нарисуем вот такой пятиугольник. Который вот смотрит сюда и смотрит сюда. Сейчас это мы все соединим такими черными линиями. Вот такой у нас будет футбольный мяч. А давайте будем сразу вводить мелками черными. Вот так обводим. Можете взять черный карандаш или фломастер и обводить вот так. Вот его контур. Тут вот так черное будет. Такие ромбики, пятиугольники получается. Надеюсь, вы уже наигрались в футбол, потому что лето уже у нас скоро закончится. Вернее, оно уже почти закончилось. Но еще есть время поиграть. Вот это все мы сейчас закрасим в такой черный цвет. Так вот, красим, красим. Здесь тоже так. И вот этот, и вот этот. Можно даже сделать этот мяч цветным. Можете закрасить вот эти все другие цвета. Давайте что-то тут так добавим. Потертости, как будто у нас на мяче. Такой мяч. Хороший футбольный мяч у нас получился. И теперь можно нарисовать травку. Вот он вот тут так лежит на травке. Здесь еще так вот. Вот такой. У меня тут красный остался, видать. Вот такой у нас получился мячик на траве. Лежит и ждет, когда вы его возьмете и пойдете играть в футбол. Вот так. Всем спасибо. Ждите новых рисунков. Пока-пока.